А что зря, для кого-то. Да, ну он меня сейчас просто придет. Придет еще. Кому я там сотку обещал? Давайте скидывайте в чат. Киви, я тебе сброшу сотку. Ты мне обещал. Не-не-не, не тебе. Одного маньяка подкупил, второго не успел. Ну ладно, если чувак сейчас Киви в чат скинет, я сброшу ему сотку. Все-таки обещал, как-никак. Что будет засчитываться, если привилегию купить? Что-то я проебланил момент. Опа, побежали. Так, короче, где нычка, которую 100% пробегут КТшники? Ой, КТшники. Пробегут террористы. Ну, здесь вот сесть, это 100% они пробегут. Смени на саунд. Да, на саунд. Залезай на меня, братух. Не хочет. Да, ну его поймают сейчас. О чем я и говорил, его поймают сейчас. Тихо. Кто-то бегает рядом. Не надо. Уйди отсюда. Смотрите, ушел. Реально ушел. Не получается у него. А если обмануть? Чисто на неловкость взять его. Пробежит? Сейчас сыграем чисто на невнимательности. Не двигаемся. Смотрите, пробежал. Он меня ищет. Аккуратненько. И вот сюда. Опа, красава. Так, ну все, минута 40 остается. Это идеальное время для того, чтобы пере... А, мне показалось, я думал, там нычка еще есть. Так, у нас по маньякам что? У-у-у, маньяки, вы вообще не вывозите, да? А где они вообще есть-то? Побежали. Я все гранаты потратил. А-а-а, бабаська. Где маньяки-то, алло? Ага. На невнимательности. Играем на невнимательность. Играем. Работаем. Тихо. О! Твою мать! А в смысле? Нычка внизу? Почему внизу? Я думал, она сверху. Ля, я затупил. Слышь, пацаны, ля, я затупил, а? Я сам себя подставил, короче. Вот это я, Володя. Вот это да. Чисто по приколу, дай-ка сяду здесь. И что ты здесь делаешь, братан? Давай я тебе. Чё ты как неаккуратно... Давайте так. Все, тихо, не пали-ка. Давай, вот так. Давай. О, да. Тихо. Не пали контору. Не пали, все. Продолжаем, давай.
Давай, вставай, теперь я. Ну давай. Ну хорошо, продолжай. О, да. На фоне маньяк бегает на сыщет, а мне сосамбу делают. О, да. Куда на? Подожди. Пожалуйста, не обламывай кайф. О, да, плюшевый мишка. О, ес. А попку, давай попку вот так. Работаешь? Давай, работай. Давай. Че, все? Устал? Нет? Ну хорошо, продолжай. Уйди, ты дурак, что ли? Может, не надо, но... Да как быстро так? А чё за хуйня? Ну-ка, объясни мне. Админы, блядь. Чё, уже честно играть не хотим, да? Не шевелимся. Вдохнули как можно больше воздуха и не дышим. Какое нахрен оружие у маньяков? Вы с ума сошли, что ли, товарищи админы, блядь? Чё, админы, честно играть не хотим, да? Привилегию используем, достаем оружие. Начинаем стрелять, да? Молодцы, конечно, ничего не скажешь. О! Давайте мимо. Ой, я молодец, а всех обманул. Сидим. Пожалуйста, только не сюда. В другое место, пожалуйста, можно? Ага. Все, сижу, кайфую. Так, слышу, где-то маньяк лазит. Уйди, пожалуйста, да, уйди. Мне кажется, он сюда маньяка сейчас приведет. Ой, извините, извините. Играю на невнимательность. Маньяков 2. Ага, понял, хорошо. Сижу. Моя задача максимально не попасться маньяку. А он УФК, походу, да? А, нет, он убежал. Опа, я сейчас спалился. Опа. Угу. Присядем. Раз, два, три, четыре. Ножки размяли, все, я, в принципе, готов. Не надо, не пали контору, братан, не пали. Ну, чего? Чё делать будем? Рассказывайте. Давайте встанем в треугольник. И вызовем сатану. Будем сатану вызывать, пацаны? О, вчетвером, отлично. О, ты нахуя маньяка привел, братан? Играем на невнимательность. Ты реально слепой такой, что ли? Ты реально такой слепой маньяк? Не, ну 20 секунд остается, все, я затащил. Yes. Ой, кто там?
Че делаем, пацаны? Можно мне сюда к вам? Ой, тут маньяк! Опа! Двойной прыжок, скорость атаки, длинный прыжок, ножницы от граната, двойной прыжок, давайте, я не знаю. Нет, длинный прыжок все-таки имба. Нас четверо, серьезно? Ох, ни хрена себе. О, ну мы сейчас затащим по-любому. Так, где у нас калитка-то? Ага. Новый выход. Уйдите. Так, пацаны, разбредаемся по секторам и погнали. Никого. Вот здесь проверяйте, пацаны. Никого. Вот здесь проверяем. Никого. Так, на невнимательность кто-нибудь сыграет? Нет. Наверху кто-нибудь есть? Никто не добежал, да? Никого. Понял. Здесь тоже никого. Я ютубер, го дружить. Ты ютубер? Давай подружимся. Здорово, пацаны. Как ваше ничего? Ой, промахнулся. Опа. Иди ко мне. Ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Как я тебе почку сейчас вырезал, да? Сладенькая она какая. Уф-уф. Так, я вот здесь вот запрыгну. Получится, нет? Опа. Виноват. Дубль 2. Опа. Красава. Опа, никого. Хорошо. Реабилитация. Ты чё здесь делаешь? Ты чё? О, привет. А ты чё здесь? Угу. Так, осталось... Ой, совсем чуть-чуть вас осталось. Ну, сейчас мы вас быстренько на шашлычок-то пустим. Раз. Никого, серьезно? А вот здесь вот? Тоже никого, да? Слышу, слышу. Сервер палит. Кто долго сидит на одном месте, тех сервер палит. И они, скорее всего, все здесь. На респе, да? Нету. Нету. Да ладно. А вот здесь? Хм. Пацаны, а я не понял. Я чё, один ищу, что ли? Один я их ищу? Уйди. Вот здесь проверяли, нет? Проверяли. Так, подожди, а где еще нычка есть? А где еще нычка есть? Здесь есть? Уй! Но остался один. Пацаны, 50 секунд осталось. 50 секунд. А, подожди. Я, кажется, знаю. Вот есть где-то здесь нычка еще, по-моему, если я ничего не путаю. Да. Но здесь никого нету. Хм. А где он? 4 маньяка найти одного не могут. Серьезно? Он, может, у нас на респе где сидит? Ой, промахнулся. Все, готов. Ну, это 100% победа. Все, красава, пацаны. Ес! Маньяки forever. А где у меня прицел? Так. А, вот еще нычка. Я совсем про нее забыл. Вот еще нычка. Кто там? Я думаю, не ВКонтакте кто-то написывает, разрывает почту, а это здесь карта так. Голосование так за карту начинается, прикиньте. Ты думаешь, тебе ВКонтакте почту разрывает, а это, оказывается, голосование за карту. Асау, ну, в принципе, карта Асау достойная карта. Я про эту нычку совсем забыл, что она вообще тут есть. Вот, скорее всего, я и не нашел того типа, которого искал. Он по-любому, наверное, здесь сидел. Либо он, кстати, мог использовать мою тактику на невнимательность. Игра на невнимательность, ну, вы сами видели, дает хорошие плоды, между прочим, да?
Не, ну я отсюда не буду вылезать. Мне здесь очень даже комфортно, приятно. Два маньяка. Нифига себе. Сказала я себе. Это достойная конкуренция. А учитывая, что у них двойной прыжок и длинный прыжок. И маньяка в принципе-то убить невозможно. Я, кстати, уже пробовал. Сколько хочешь наноси ему урона, убить его невозможно. Так, я так понимаю, что сейчас мы доигрываем карту. Две минуты остается, и карта меняется, да? Бинг 3, ни хрена себе. Я о таком бинге только мечтать могу. А тем временем шансы на победу увеличиваются. Уйди отсюда, не пали контору. Меня знаете, на самом деле, что волнует? Видно ли меня вот через эти стенки, когда я прислоняюсь жопой к ним? Но учитывая, что меня... Ай! Фу. До сих пор никто не нашел. Скорее всего... Скорее всего, не видно. А тем временем маньяки беспощадно рубят наших пацанов. Смотри-ка, рубят. Но я почему-то уверен, что я смогу затащить. Почему-то я уверен. Ютубер, чего? Что вы от меня хотите? Я бы тебе сказал что-нибудь в микрофон. Да я боюсь, что меня микрофон через ящик спалит. И давайте напишу. Да, дорогой. Все, нас осталось двое. Да, нас осталось двое. Пожалуйста. Сина небеси, да светится имя мое и моего товарища. Аминь. Так, меня не видит. Все. 40 секунд. Пацаны, подержите за меня крестиком. Я держу пальцы крестиком, на ногах пальцы крестиком. И если бы я мог, я бы еще и сам... Свернулся калачиком! Нет. Меня спалил тупо сервер. Когда долго сидишь на одном месте, по-моему, 30 секунд, если я ничего не путаю, и сервер дает определенный сигнал, что пора съябываться.